Всем привет! Всем кум! Доброго времени бытия! Как же в голову сложно попадать? Чё так сложно? Как будто голова меньше, чем она есть на самом деле. Скорее всего, так и есть. Как же он ужасно стреляет. Просто позор! Будто бы это вообще важно. Только дауны считают, что это, блядь, вообще может быть позором плохо стрелять. Плохо наводить мышкой. Может быть позором. Ебать ты даун. Главное, что в голове. К бою готов. Морально, но не физически. Вчера лег спать где-то в 3 ночи. Проверяйте. А, залог же на лонге. Кста. Хули они идут туда. Вот это я отыграл. На своем уровне. А, мы выиграли. Меня протащили. Вы видели, как я отыграл? На своем уровне бытия. Ты ничего не вижу, сука. Бля, тут два смока подряд? Вы должно быть шутите. Он берет залога там или нет? А где ласт? Я решил не рисковать. Так, у меня ноль импакта. Ноль очков. Не, ну я знал, что буду сегодня хуёво играть, я знал, я чувствовал. Ну так-то могу себе позволить. Я без стримов ВК две игры выиграл. Ну, отыгрался после того даста позорного. А я диффуза не купил, охуеть. Не нужно кланяться. Кайф. Сильная игра. Ты берешь залога? На, его прикрыть. Бахнутые донаты, они меня, блядь, душат. Что мы 3-0 ведем за КТ? Правда, я ничего не делаю. Не нужно кланяться. Здравствуй, Виталий. Ясно. Я вообще ничего не делаю, я просто ноль. Мы должны были рано или поздно проиграть с моим текущим уровнем игры. Прямо в данную секунду, короче. Какие планы на стрим? Можешь поздравить Иришу с 8 мартом? Иришу с 8 мартом? Сейчас февраль. Окей, ладно. Поздравляю Иришу с 8 мартом. А, на будущее. Че, мы заходим, как ты думаешь? О, пулемет опять. В пизду. Сколько у него хитпоинтов у пулеметчика? И где он сидит, блядь? Я его не вижу, блядь. Я не могу его увидеть и понять, как мне зайти туда. Кланяться. Бля, пулемет это, конечно, пиздец. Если у тебя не получается его убить, создай нового персонажа и выбери чего? Или воры, у него есть бомба в оригинале, наверное, Рагуин. И как Вита умеет. Чего, блядь? Сюда два за два или три закидывай бомбами. Он сдохнет, и тогда уже можно будет призывать на помощь. Ты на каком языке, чел? О, я сделал импакт! Я втащил Рау в соло! Я с 9 хп убил двоих и забрал заложника, ВТФ! Вот это я, ну... Вот это я красава. Нет. Я уже говорил тысячу раз, что я прошел Тарков. Что мне там делать? Вы... Опять пулеметчик. Заебали. Они столько импакта делают, это охуеть. Где он сидит? А в этот раз я не смог его убить. Ну, бля, вот представьте просто... Вот, использование пулемета на карте с бомбой. То есть вообще... Не нужно кланяться. Ничего подобного быть не может. Здорово. Миссия выполнена. Миссия 2 началась. Трейд Блэд. Ты мне кинул трейдов или что? Подожди, ну я типа, я еще играю. То есть можно продолжить нытье по поводу карт с бомбами, насколько они хуёвые. То, что тут, ну, тут множество оружия можно использовать. То есть вот это вот использование пулемета за террористов, это вообще пиздец. Это как пройти пулемет, блядь? Его гранатами хуй закидаешь, и ему ничего не сделаешь. Не, ну за КТ тоже можно пулемет использовать, на самом деле. Мы я так и сделаю в следующий раунд, если я сейчас с Саугом проебусь. Там можно пойти с пулеметом на ту точку. Как пулеметчика выкурить? Бля, я не знаю, что делать в этой хуйне. Блять, это пиздец! Окей, я его подождал. 1-1 против ВВП. Какой же я умный. На ворте уже легче будет. Все просто. К
когда он как собака прыгает на тебя прямо в него, кувыркайся и бей в спину. У него хп ударов на 10. Ее а где мои МВП? Я 2 раунда втащил жестко, но МВП не имею. Как тебе? Да ты его вскрыл! Видите, где я его вскрыл и зашел? Опа! Смотришь ли ты нарезки, как играют профессиональные игроки? Я смотрел много стримов, турниров. Я в курсе, что такое КС. Картонный. Пулеметчика простреливай. Плюс 300 для лучшего в мире. Рафлан, удачи. Как я тебе прострелю пулеметчика? Если я стану в позицию, с которой я могу пострелить пулеметчика, да? То это значит, что он может меня прострелить. Ну, короче, сложно против пулеметчиков на самом деле. Часто. Если чел понимает, что он делает. Ну, так-то у меня команда сильнее, откровенно говоря, но я тоже тащил. Я реабилитировался и тащил. Они уже друг друга убивают, они в тильте. 8-2 проигрывают за террористов. Походу, мой следующий ранг, ну, близок. Это моя третья победа подряд уже. С хорошим счетом будет. Два калаша близки. Я на третьем месте, но у меня 8-3, как бы. Я втащил 2 раунда в соло. Но у меня ни одного МВП нет, вот обидно. Блин, у всех есть МВП, кроме меня, это пиздец. МВП, конечно, не очень честно раздаются, так-то. Выходи, выходи, выходи. Ну, что ты делаешь? Блять, даун! Зачем он в эту сторону побежал? Что он сделал? Он прыгнул в ту сторону, в смок. Еблан ебаный, зачем он раунд отдал? Зачем он раунд подарил? Окей, не подарил. Нормально все вроде. Блять. Надо здесь крыть. А, ну все, он бы анивай успел. Неважно. Нет смысла раунда никогда дарить, гайз, потому что, если вы дарите раунды, вы будете медленнее апать ранг, банально, потому что решает не то, что вы выиграли игру, решает, сколько вы раундов выиграли. То есть выиграть 16-0, очевидно, лучше апает ранг, чем, там, 16-15. Намного лучше, то есть, в 2 раза лучше, наверное. Блять, я отвлекся. Вот заметьте, только я решил убрать прицел и пойти вперед, только я подумал, окей, мэби я пойду вперед, чел сразу выбежал. Охуеть, блять, всегда одно и то же. Блять, это было опасно. Нормально их похуярил. О, первый МВП, ура. У меня 12-3 за КТ счет. Блин, вдумайтесь только. У меня 12 киллов и 3 смерти за КТ. За КТ! Ну, союзники просто слишком сильные, а противники слишком слабые. Тем более противники уже в тильте. Там чел слева будет, очевидно. Команда скаров. Тупо кайф. Бля, как я его коцнул? Это вообще невозможно было. Видите, как так получилось? Я даже наперед стрелял, как будто, но я его не вайкоцнул. А вот что происходит, когда все покупают авто. У врагов нет вообще шанса даже малейшего выиграть раунд. 13-2 за КТ. Бля, реально, 2 калаша прям скоро будут, наверное. Если бы я тогда не сыграл на Дасте. У меня чел АФК почему-то. Когда пистолетка важная. Я 1-2, я не понял. Как? Я конченый. Я мог просто присесть и убить его. Зачем я это... Блядь, это я даун. Я мог просто присесть, когда у него закончились патроны, и по одной пуле его убить. Что я делаю? Но зачем эти челы выбежали? Зачем один чел АФК стоял? Нахуя это расслабляться и отдавать раунды? Сейчас бы расслабиться. Чели, кони-кони, матян, блядь. Реакции вообще не было у меня точно. Нулевая реакция была, пиздец. Ну, это из-за того, что я лег в 3 ночи. Типа, если бы я лег нормально, допустим, в 11 вечера, я бы его сейчас убил. Это факт. Там чисто реакции, ну, не было. Он прыгнул? Я даже стрелять не начал, когда он прыгнул. То есть, реакция 0. Реально, 2 калаша скоро. Если так дальше пойдет. У меня всегда шарпшутер есть, потому что я всегда со снайперкой хуячу всех. Я пока не кидаю против двух калашей, maybe не скоро, бля.
Пань, предлагаю тебе челлендж на сабже. За каждого убитого лорда пепла в Dark Souls 3 без получения урона я буду скидывать тебе 205 рублей. Не, спасибо. Тем комиссии. Если что, деньги готовы. Жду. Не игнорь, плиз. Не, спасибо. Не проигнорил, но не, спасибо. Как посмотреть свою историю матчей? Your matches. Вот, вот этот ебаный даст, смотрите, вот этот вот вонючий даст. Зачем-то я сыграл 16-8, 16-6, а не, я думал 16-4 было, странно, ладно. 16-8, 16-6, 16-3. Три легчайших подряд. Если бы я эту хуйню не сыграл, если бы я сыграл нормальную карту, было бы уже, ну, очень близко ко второму калашу. То есть одни победы, бля, один вынос мусора. Эту парашу сыграл, бля. Больше никогда в жизни не сыграю Декарту. Я настолько проблевался. То есть мои воспоминания о Декартах из 2015 года даже хуже, чем было. Потому что раньше хотя бы Декарты я их хоть как-то еще помнил. А теперь все переделали. Все эти карты еще и переделали. Они еще хуже, чем были, стали. Наконец-то! Ноль баланса, хуйня. Топ-донатер на месте. Здорово, Пабзан. Здорово. Кстати, да, ты же топ-донатер уже. Я тебя добавил.